Несколько городов провинции Хэнань в центральном Китае столкнулись с отключением теплоснабжения. Непогода стала причиной поломки котлов у одного из основных поставщиков тепла. Между тем, в регионе температура воздуха почти опустилась до исторического минимума – минус 40 градусов. В результате инцидента подачу тепла приостановили большинству предприятий и некоторым жилым домам. Приоритет отдают лишь больницам, домам для престарелых и отдельным домам в жилом секторе, сообщают местные власти. Устранить поломку обещают к середине следующей недели.